Не двигаться! Медленно положи нож на стол. Я тебе сказал не двигаться! Где твой подельник? Уроки делает. Ну это мы еще проверим. Че готовишь? Борщ, вот, винегрет настругала. Салатник! Привет, любимая, да! Привет, дорогой! Скальпель. Тампон. Достаточно? Что с показателями? Показатели в норме, температура 200. Хорошо. Ну вот, можно фаршировать и в духовку. Вы просто гений. Ну, батенька, столько лет учился. Такой брутальный, может быть. Новый рекорд, Люк! 47 секунд! В нашем деле главное скорость! Нож мне принеси! Это маленький, другой мне принеси! Ну это же тупой! Ну это для масла! Это для рыбы, ну что непонятного-то? Да какой надо-то? А не надо на меня орать! Ну в интернете посмотри, ну там же все написано! А что такое? Я что, в туалет не могу сходить или что? Вот нож, который ты просила, вот, с рисочками, все для хлеба, я в интернете посмотрел, все верно. А мне уже такой не надо, я овощи собираюсь резать. Просто человек, просто человек. Снегу нонче навалило, мама не горюй. Надо убирать? Сынок, давай сюда, сани. Давай, давай, энергично, ты че, ну убери лопату, давай. Давай, вот сюда. Все. Сейчас гляну, погоди. Папа. Ну убирай! Вот сюда надо было, ну ты чё, ну блин, ну! О, хорошо пошло! Всё, хуйня, ну хуйня! Ты не видишь, что хуйня? Ну, папа, ну хуйня! Приснится. Че, все? Иди сюда. Все? Все готовы? Ну, поехали.
Мурилу Бенисио, Джованна Антонелли, Вера Фишер, Режинальду Фари. Да я тебе говорю, у нас на речке можно ельца на свеклу ловить. Я в прошлый раз 3-килограммового красавца поймал, сразу же морозилку забил, но... Просто человек, просто человек. А я рыбу могу найти без камеры и эхолота. Главное все рассчитать. А-а-а. Просто человек, человек говно. Ну а что тогда рыбы нету? Ха, ну так у тебя потому что шопа в Сатурне. А-а-а. Ну? Говно. Понравилось видео, ставь лайк. Пиши в комментариях, в каких профессиях еще есть профдеформация. И обязательно отправь другу. По-любому среди них такие есть. Ну все, мужики, пока! Пусть тебе приснится пальма де Майорка.